Всем привет, ребята, и вы попали на мой канал. В этом видео будет пранк над парнем, якобы то, что я буду писать ему какой-то там бред, и посмотрим, как он отреагирует. Мне кажется, будет забавный бред. Я буду максимально серьезно себя вести, чтобы он ничего не заподозрил. Это, я считаю, будет здорово. Ну что, ребят, я буду рада, если вы подпишетесь на мой канал и поставите пальчик вверх. Мы начинаем. Я вас просто призываю реально подписаться. Ну, буду благодарна каждому, потому что дальше будет нечто то, что ждали все. Совсем скоро. Ждите на ваших экранах. Итак, начнем писать всякий бред. Я иду, напишем. Стену. Она зеленая. Зеленая и красивая. Она красивая. Ко мне аист прилетал. Сказал, ребенка подарит. Я попросила мальчика, но только утром, чтобы я выспалась перед этим. Виталик. Аист летает. Такой красивый. Не могу. Очень красивый. Я не под чем, а ты под чем? Я хочу большого, красивого аиста. Буду с ним летать и детей раздавать. Мне кажется, он выбесился, потому что он явно сейчас не в настроении. Он никогда так не пишет, когда у него хорошее настроение. Вероятнее всего, что-то случилось. Ладно. Это пранк. Прости. Тупой, сам ты тупой, блин. Ага. Я бы не назвала это успешным пранком, но все же лучше, чем ничего. Поэтому я буду благодарна, если вы оцените это видео пальцем вверх и поставите колокольчик с подпиской на мой канал, а также оставите свой комментарий. Я вас всех безумно люблю, целую, обнимаю, вы самые лучшие, пока-пока. Этот пранк, конечно, получился не такой большой, но явно у него что-то случилось. И не надо мне писать, ой, какой он плохой. Ну да, у всех же всегда хорошее настроение бывает. Ну то я знаю, как обычно бывает. Все, какой-то неудачный пранк был. Какой же он у тебя истеричка, какой это то. Это мой выбор. И я буду с таким человеком жить. Так что вот, хорошего вам всем настроения.